Всем доброго морозного денька. Сейчас мы с вами, видите, едем в направлении. Впереди, вернее, нас это Ташкент-Сити стоит. Это Nest One, 51 этажей, самое высокое здание в городе Ташкенте. Вот здесь слева виднеется, видите, это галерея ташкентская. Здесь часто у нас проводятся выставки картин. Сейчас мы, кстати, налево поедем. А с правой стороны у нас это, знаете, здание бывшей гостиницы Ташкент. Сейчас это называется гостиница Лотте. Вот так мы стоим на перекрестке. В Ташкенте очень морозно. И сегодня у нас показывает термометр. У вас что-то показывает, нет? Нет. Минус 18. Но сейчас, наверное, чуть-чуть, как это, днем потеплеет, да, наверное, все равно погода. Днем всегда у нас теплее, потому что, видите, у нас ясная такая погода, мороз и солнце. И днем солнышко все равно припекает, солнце все равно у нас выполняет свою работу, как может, утепляет нас. Так, вот сейчас мы поворачиваем, видите, налево. Вот так вот, такие заморозки для нас редкость, поэтому все замерзшие, дороги замерзшие, прям откалывают с дорог у нас вот этот лед примерзший, так как мороз сильный, все примерзло, видите. Ну, очень много снега выпало, уже сколько вот дней тает, сильные морозы. Так, слева мы проехали ресторан «Голубые купола», один из старых ресторанов Ташкента. Вот сейчас, знаете, здесь перекресток, это космонавтов метро. Метро космонавтов, вот этот тюльпан. С правой стороны памятник космонавтам. Так, не видно, правда, его. Снег вывозят на машинах. Там глянем, кругленько. Здесь впереди нас вот это здание, там, по-моему, 12 этажей, это бывший магазин «Жемчуг», ориентир. Вот такая, смотрите, вся заснеженная морозная улица. Знаете, вот когда сидишь, холодно, в эти дни очень холодно. И солнце, если припекает с окна, оно греет реально. Да, все-таки мы любим тепло. Конечно, чем обернется нам эти морозы, потому что фруктовые деревья, они смогут ли пережить вот эти такие холодные морозные дни. И будем ждать, конечно. Видите, солнце где припекает, дорога, она прям тает на глазах. Днем машины все раскатывают, все это подтаивает под солнцем. Потом уже, конечно, замерзает. Прямо? Да. Аж пар поднимается с дороги, из машин. Пушистые елочки.
Елена. Да, вот сейчас мы уже с вами на улице Курской.